В Ледовом дворце спорта «Кристалл» сейчас жарко. Здесь завершают монтаж дополнительных трибун и устанавливают необходимое оборудование, чтобы арена полностью соответствовала требованиям высшей хоккейной лиги. Напомню, в прошлом году наш клуб стал победителем первенства ВХЛ, поэтому обновление домашней площадки – закономерная необходимость. Какие изменения ждут болельщиков и хоккеистов, расскажет Дарья Бетина. ХК «Тамбов» стал полноправным участником чемпионата высшей хоккейной лиги и активно готовится к новому сезону. Необходимую форму набирают игроки и сама ледовая площадка. В домашней арене прописана перезагрузка. Над установкой дополнительных трибун рабочие трудились несколько дней. Еще немного усилий, и дворец сможет с комфортом принять рекордные для «Кристалла» 1400 зрителей. На предстоящий сезон ставили задачу. Мы сделали свою презентацию, нас включили в чемпионат высшей лиги с определенным требованием, перечнем требований, которые мы должны исправить и доукомплектовать дворец. Кроме большей вместимости, «Кристалл» приобретает и новую систему трансляции матча. Увидеть, как шайба влетает в ворота, можно будет со всех сторон и даже сверху. Возможность широкого обзора дает система «Видеогол». Картинку из вратарской зоны передает установленные по периметру ворот специальные видеокамеры, а сам матч будут транслировать с трех других. Поработают в «Кристалле» и над качеством льда. Объявлен конкурс на приобретение льдозаливочного комбайна, чтобы был дополнительно второй автомобиль. Новый сезон чемпионата ВХЛ стартует 5 сентября. ХК «Тамбов» начнет борьбу днем позже в городе Ангарске, скрестив клюшки с командой «Ермак». А первая игра в «Кристалле» запланирована на 16 сентября. Чтобы полностью завершить дооборудование домашней арены, времени, по словам директора хоккейного клуба, достаточно. Справа от меня идет монтаж комментаторской комнаты, которая позволит зрителям не пропустить важных моментов и максимально насладиться игрой. Дарья Бетина, Александр Леонтьев, «Вести», «Тамбов».